Доброе утро! Никак не можете проснуться и вынырнуть из-под теплого одеяла? А если мы вам подскажем рецепт потрясающего здорового завтрака? В нашей студии в это раннее утро бармен Денис Маскоков. Доброе утро! Доброе утро! Который подскажет нам, как за 2 минуты приготовить фруктовый смузи. Что нам понадобится? Сегодня нам понадобится для приготовления простого смузи 2 банана, 2 апельсина и ананасовый сок. Мы нарежем мелко апельсины и бананы, добавим немного ананасового сока в блендер, и все это измельчится. Денис, а почему смузи? Есть какое-то русское название? Пюре, коктейль. У него всего 2 название. Достаточно порезать на 2-3 части банан. Чем отличается смузи от фреша? Отличается тем, что фреш состоит из свежих фруктов и овощей. Это выжимается. А смузи это получается добавляется целиком и мякоть, и сам фрукт иногда, либо овощ. Мы сегодня делаем фруктовый смузи, а что еще можно сочетать? Можно сочетать также овощи, также ягоды. А если кто-то очень любит сладкие смузи, можно добавлять натуральные пюре, либо сиропы. А еще вот мы сегодня будем разбавлять ананасовым соком, а я слышала, что жидкие добавки могут быть разные. Конечно, может быть это и молоко, это может быть в жаркую погоду, к примеру, лед. Это очень хорошее сочетание фруктов, льда. Очень утоляет жажду. А у меня, кстати, в холодильнике осталось очень много замороженных ягод. Вот из них можно смузи делать? Конечно, можно добавлять ягоды. И также, к примеру, в сочетании с киви, либо также с бананом, получается довольно-таки очень вкусный и питательный фруктовый десерт. Ну вот вы по долгу службы самый вкусный смузи какой? Самый популярный смузи, который я бы делал, это в сочетании пюре, клубники, молока, банана и добавляется немного льда. Получается очень вкусно. На такое количество фруктов, апельсин, необходимо примерно 100 миллилитров ананасового сока. Наш смузи готов. Мы его переливаем в уже приготовленные бокалы. Можно украсить каким-либо фруктом, который у нас остался при нарезке. Для экзотики. Для экзотики. Обязательно вставив трубочки, чтобы удобнее было пить. Пробуем. Оценим. Очень вкусно, несложно, зато какой потрясающий завтрак. Бодрости и свежести вам с утра. Просыпайтесь.